49 осіб затримали під час сутичок у Приморському районному суді Одеси. Там мало відбутися засідання щодо земельних махінацій у Затоці. Проте між групами підтримки двох сторін сталася сутичка. Співробітникам поліції довелося примусово вивести всіх із будівлі. Да, мы удостоверим их личности, ну и проверим на причастность, потому что у нас уже появляется заявление о том, что есть организаторы, которые привозили людей, давали им команды для того, чтобы блокировать суд, устраивать драки и так далее. Сейчас поехали писать Портофранковское отделение заявление, и там уже следователь даст полную оценку, есть ли там уголовная ответственность в их действиях.